Замечательно, оставлю на запись. Здравствуйте, дорогие! Дорогие счастливые путешественники и наши гости! Конечно, вот эти три ролика, которые я показывала перед презентацией, вы знаете, я сама их увидела, нет, я два уже видела в Фейсбуке, а вот третий ролик я сегодня уже увидела, так, Леночка Савченко, по-моему, сейчас я посмотрю, как ее зовут правильно, по-моему, Леночка Савченко нам создала эти ролики, да, Леночка Савченко, огромное-огромное ей спасибо, потому что действительно она собрала не только членов своей команды, она собрала полностью, это Лена Савченко, да-да-да-да. Умничка, такие красивые ролики создала, передала нашу любовь вот именно к круизам, к круизному клубу. И огромное ей спасибо большое за это, сразу прям выражаем. Ну и давайте мы сегодня поговорим о нашем круизном клубе. Как можно наслаждаться жизнью, заплатив за это, за наши круизы намного меньше, со скидкой в 50%. За пол цены от стоимости. Ой, я не представилась, извините, Валентина Труш с вами. Я сама смотрела на эти ролики и прямо очень радовалась. И проживала каждый момент счастья. Потому что когда заходишь, вот уже подходишь к лайнеру, идешь на посадку, да, вот именно это счастье, оно непрошено, поселяется к нам в души. Мы его не приглашали, не звали, оно само поселяется. И оно живет с вами на протяжении всего круиза. Мы там действительно очень-очень счастливые. И действительно в круиз мы можем ехать дешевле, в круиз бесплатно и можем зарабатывать путешествия. Это действительно, ну, суперский бизнес. Я бы по-другому и не назвала. Именно так. У нас, вы знаете, вот вы посмотрели уже, по-моему, ролики, да, и у нас, по-моему, уже партнеры не были только еще в Австралии и в Антарктиде. Остальной весь мир, да, в Канаде я еще не видела, чтобы кто-то из партнеров был, остальной весь мир уже нашими партнерами освоен, а клубу всего лишь второй год, и столько людей он уже сделал счастливыми, по-настоящему счастливыми, он исполнил их мечты. Привет, и всем пишем хорошо, я не буду отвлекаться. Хорошо, если будут вопросы, в конце мы будем на эти вопросы отвечать. А вот я бы хотела действительно сделать интерактивную презентацию свою, вебинар. Я бы хотела, конечно, чтобы вы написали, куда вы хотите поехать. Я знаю, что сейчас Венерочка у нас отправляется второй раз в круиз на Мировилью. Венерочка, может, ты хочешь куда-то в другое место еще поехать? Какая у тебя мечта? И вообще все партнеры, все гости, пожалуйста, напишите, куда вы хотели бы попасть. Куда? Куда? Я вот честно напишу сейчас, у меня планы немножко поменялись, и я пишу уже туда, куда я хочу попасть в апреле месяце, в марте-апреле. Я хочу Северную Европу, Скандинавию посмотреть. Все-таки я там ни разу не была, а очень хочется. И круизы такие получаются недорогие. Рио, Норвегия, Лондон, Бразилия, Бермуды. Еще, кто у нас еще смелый, куда он хочет поехать? Амстердам. Вот как раз вот Скандинавия, Амстердам, я там не была, поэтому и хочу именно туда попасть, Норвегия, фьорды, да, Сейшелы. Представляете, какая у нас география? У нас, если мы раньше, Япония, чудесно, если мы раньше планировали все только попасть на Средиземное море из Российской Федерации или из ближнего, ну, нашего бывшего СНГ, да, то сейчас у нас уже глаза разбегаются, я с партнерами разговариваю, говорю, куда вы хотите, планируете, планируем мы с командой опять поехать в марте-апреле месяце в круиз. Боже, это что-то с чем-то, потому что у всех разные предложения, абсолютно, все кругом хотят, говорим там, поедем, например, в Амстердам, да, все хотим, вдруг кто-то говорит, а может быть ли Японию, да, все хотим, и все буквально Скандинавия, да, 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 вот мы как раз на март-апрель, все-таки у нас уже большая часть моей команды уже хотят все-таки попасть
Амстердам, Англия, вот туда, в общем, попасть, посмотреть те края, мы там еще не были, честно. И у нас, ведь мы выбираем не только страны, в какие мы страны поедем, мы еще можем выбирать и лайнеры, а их так много. Сейчас океаны и моря бороздят 365 лайнеров вот высшего класса. Представляете, какая громада лайнеров, и они все строятся новые и новые и новые. В этом году мы уже были на двух новых лайнерах, Majestic Princess и Miravilla. А теперь уже опять, получается, новые лайнеры появляются, уже хочется и туда. Большое желание, конечно, Зиночка, раз желание есть, нужно срочно строить цель, ставить цель из этого желания и прямо идти к этой цели. Обязательно ваше желание исполнится. Действительно, ну что это за счастье такое, наш круизный отдых? Вот я загрузила несколько фотографий из именно круизов с Инкрузесом. Ну, действительно, я смотрю на себя сама, везде улыбаюсь, везде счастливая, и не только я. Вот этот вирус счастья, он навсегда уже нас поселился. Мы ждем с нетерпением следующие круизы, чтобы снова это испытать, чтобы снова получить этот вирус счастья и быть заряженным. Какие там болячки? Забываешь о болячках, даже. Как весело у нас с партнерами проходит там время. Лучше, конечно, если вы едете с семьей, это одно, один отдых. А если вы едете группой единомышленников, партнеров круизного клуба, это нескончаемое веселье, честно. Это очень интересно, это захватывающе, это настолько запоминается, особенно общие цели. Вот мы ездили на последнем круизе, мы были, да? Вот у нас последний, вот внизу стоит фотография. Это мы все заказали себе одинаковые футболочки поло, и мы там заказали, пели песню, гимн круизера, сочиняли в чате ее. Вы знаете, красота необыкновенная, хочется там бывать снова и снова. Все такие веселые, дружные. Вот мы, да, вот мы как раз вот собрались все вместе, фотографировались, и потом дружной компанией ходили, пели песни на палубах на разных, и на нас обращали внимание, улыбались, махали нам руками, а кто по-русски понимает, еще и говорит: ой, супер, супер, супер. Вот такие мы веселые в круизах бываем всегда. И, конечно, питание на корабле. На каждом лайнере, на каждом буквально, не то, что вот круизная линия, это да, круизная линия, каждая специализируется на чем-то на своем, но на каждом лайнере есть своя изюминка. Это зависит от шеф-повара, от того, как, что он придумает. Ну, это, конечно, наш любимый шведский стол. Это, ну, я не знаю, это то, чего не хватает в жизни. Когда приезжаешь, очень не хватает всяких вкусняшек, нямочек таких вот из шведского стола, хочется попробовать. Везде, на каждых лайнерах шведский стол разнообразный, совершенно отличается лайнер от лайнера. Поэтому вы будете дегустировать на каждом лайнере и сравнивать, и потом уже своим партнерам будете рассказывать, на каком лайнере акцент сделан в питании на что. И, конечно, рестораны. Рестораны чудесные, где вы действительно можете одеть свои наряды, быть красивыми. А можете просто пойти в обычной одежде, это ваше право. Дресс-кода там как такового нет. И подают именно блюда от шеф-повара, и все это там сидишь, общаешься. Там поздравляют с днем рождения именинников. Именно там целая бригада, вот мы на последнем круизе были, да, там целая бригада выходили, пели песни, прям такие все в белой форме, красивые такие мужчины поздравляли, и весь зал хлопал. Музыка живая играет в ресторанах, обязательно, она и так играет на лайнерах везде, да, но в ресторане в обязательном порядке играет. Кроме этого, есть, конечно, кафешки бесплатные, это где вы можете всегда перекусить, зайти, да. И есть и кафе, такие ресторанчики платные, специализированные, где вы хотите продегустировать что-то необычное,
Этим тоже люди пользуются с удовольствием. Ну, похудеть там не удастся точно. Хотя Ирина вот Тарасенко сказала, что они очень активно много ходили для того, чтобы не поправиться, не привезли с собой ни одного лишнего килограмма. Ну, как бы мы ни ходили, ни двигались, ни танцевали, килограмм лишний пришли со мной домой. Потому что я сластена. И кто же нам все это придумал? Майкл Хатчесон, наш любимый, неповторимый, всеми уже любимый. Ну, во-первых, он отработал 7 лет с Тони Робертсом. Это очень хороший семьянин. И вы знаете, вот мечта у него была с детства съездить и свозить свою семью в круиз. И именно в этом году из Венеции был круиз, куда он пригласил всю свою семью. Ну, кроме маленького внука. Всех детей, у него четверо детей, всех детей с женами, с мужьями, родителей своих. Он исполнил тоже свою мечту. Ведь, как говорит Майкл Хатчесон, миссия in cruises – сделать круизы доступными, выгодными и даже прибыльными для миллионов людей во всем мире. Вот это миссия in cruises. С этой миссией он организовал наш клуб, и мы все теперь являемся партнерами. Он автор книг, бестселлер. Вот у меня книга есть, лежит. Я ее с удовольствием первый раз прочитала залпом, теперь уже с карандашиком в руках все читаю, все изучаю. Собрал великолепнейшую команду свою, именно с которой он разрабатывал нашу компанию. И стаж в туристическом бизнесе у нашей лидерской вот этой команды более 100 лет. Так что Майкл Хатчесон очень феноменальная память человека. Он очень много, ну, да, наверное, он всех, наверное, запоминает. И вот, видите, я написала, на слайд взяла 163 страны. Клуб In Cruises уже есть, 100, а на самом деле уже 167 стран. Ну, не успеваем делать слайды, страны все расширяются, расширяются. Когда будет охвачен весь мир, тогда будет уже постоянный слайд. Люди со всего мира с удовольствием подключаются в наш клуб, хотят работать, хотят путешествовать. Компания наша официально зарегистрирована в Штатах Америки, где есть порты. Там она официально зарегистрирована, и она является, вот есть такая Всемирная ассоциация круизных лайнеров, КЛИА. И мы являемся полноправным членом, почетным членом этой ассоциации. Это говорит о надежности компании, о том, что компания наша будет очень долго существовать, и мы здесь будем долго наслаждаться жизнью и зарабатывать. Ну что еще? Что такое членство? Это же клуб. Клуб. У нас In Cruises – это клуб. И что такое членство в клубе? Это легальная компания с запатентованной валютой. Именно круизные доллары являются у нас запатентованной валютой. Это очень серьезно. Именно этими круизными долларами мы рассчитываемся за свои круизы. 50% скидки. Это условие для всех членов и членов-партнеров и партнеров, для всех единое условие. Доступ к единой базе, где более 5,5 тысяч круизов. Захватывающие истории искать там круизы. У нас есть возможность путешествовать бесплатно. И, конечно, гибкая система приобретения этих круизов. И поощрительная программа лояльности именно. Потому что в первый год новичок может использовать 60%, во второй 70% своих накопленных круизных долларов на каждый круиз. Не вообще, а на каждый круиз. Очень многие у нас едут сразу в два круиза. Берут один, и потом 60%, если это первый год, на второй тратят. Ну, конечно, и те, кто на бесплатном членстве, те уже могут бесплатно вообще путешествовать, использовать свои 100% свои круизные доллары. И с ранга директор по маркетинг-директор уже можно постоянно использовать свои круизные доллары 100%. Ну, конечно, это, вы знаете, я не знаю, уникальная возможность открыть свой бизнес всего лишь за 295 долларов. Что бы вы ни пытались открыть на земле или где-либо в другой компании, такого входа
минимального, маленького входа нет, конечно, нигде. А туристический бизнес – это сейчас он на первой ступени по развитию. И у вас есть, конечно, эта возможность. Круизы у нас – уникальная программа. Круизы у нас можно приобретать в рассрочку. Мало того, что со скидкой 50%, еще и в рассрочку. Поэтому все люди в мире могут не выкладывать сразу огромную сумму за свои круизы у туроператоров, а у нас, постепенно накапливая, покупать себе круиз в рассрочку. Это очень хорошо. Серьезность компании заключается еще в том, что 30 дней после того, как новый член или партнер, или VIP-партнер зашел к нам в компанию, он имеет право забрать свои деньги назад. Возврат денег бывает в течение первых 30 дней. Конечно, мы бронируем круизы от самых брендовых круизных линий напрямую, поэтому у нас такие цены. У нас нет контрактов. И гарантия, конечно, самого высокого уровня обслуживания, качества отдыха. Это все у нас есть. И, конечно, мы можем еще наш бизнес передавать в наследство. Такие условия у нас, такие возможности у нас тоже есть. И у нас обучающие школы проходят, вышестоящие спонсоры, наши лидеры делятся с нами своими знаниями, умениями. Все это у нас заключено, вот именно наше членство в клубе. Продуктом у нас является, как я уже сказала, являются именно круизы. Есть два поисковика. Global Dream круизы и стимулирующие круизы. Global Dream круизы – это вот как раз вот поисковик, где более 5500 круизов. И очень интересный, очень… Я все время это прямо… Если я туда зашла, это все, у меня час там нет, потому что хочется следующий круиз посмотреть. И стимулирующие круизы. Вот у нас был ноябрьский промоушен, и те, кто… Да любой промоушен, если… По итогам промоушена вы получили круизные доллары, вы можете использовать их в стимулирующих круизах. Они у нас на 5 лет вперед уже расписаны. По-моему, на Новый год уже один круиз раскуплен, а один еще, по-моему, есть круиз из Америки. Вот там как раз за то, что выполняете какие-то условия компании, компания вас именно поощряет стимулирующими круизами. Вот это вот у нас два поисковика таких у нас есть. Так, варианты входа. Член клуба – это тот человек, который не хочет зарабатывать деньги, но ему очень хочется получать круизы в рассрочку, со скидкой. Вот он платит $100 в месяц со своей картой, и тут же на счету у него появляется 200 круизных долларов. Запатентованная валюта круизные доллары, не забывайте. И так он накапливает постепенно из месяца в месяц. Как только он накопил себе на круиз, хотя, в принципе, член клуба после второй проплаты уже имеет право заказывать себе круиз. Ведь у нас круизы есть совсем недорогие, есть недлительные круизы. И можно доплачивать еще со своей карты, да? Вот член клуба, очень такие хорошие, позитивные люди, где-то они работают в других местах, и очень часто бывает такое, что они сначала бывают членами клуба, а после того, как они побывали в круизе и получили удовольствие от этого отдыха, они начинают потом работать. Партнер, это вы можете к круизу, к нашему клубу присоединиться за $195, это платится один раз в год. В последующие года мы платим по $95. Человек, который не может путешествовать, он может только зарабатывать по маркетингу. Ну что ж, такой вариант тоже возможен. И VIP-партнерство все вместе, когда и член клуба, и партнер клуба. Вход $295. Самый популярный вход. Действительно, самый востребованный. Почему именно этот вариант пользуется популярностью? Потому что здесь вы можете получать и круизы, и бонусы, и вы можете дойти до лидерских бонусов, получать и пассивный доход, вы можете выйти на бесплатное членство и получать круизы бесплатно. Поэтому я, конечно, всем рекомендую, те, кто у нас гости, заходить именно на последний вариант входа, на $295.
Тут же вас 295 заплатили, и у вас получилось, что на счету у вас есть 200 круизных долларов. Итак, у нас сейчас немножко обновился наш маркетинг, и есть 10 способов заработать. 5 маркетинговых бонусов. Это ежедневные мгновенные бонусы, еженедельный матчинг-бонус, это добавилось у нас новое, ежедневный пассивный доход, командный, и ежемесячные лидерские бонусы, и глобальный ежемесячный бонус. И 5 мощных стимулов. Это бесплатное членство, новый партнерский быстрый стимул, старт, потом у нас, значит, идет стимул Dream Cruise и особое признание часы Rolex. Вот давайте мы немного вкратце, потому что по маркетингу, я думаю, что в ближайшее время мы соберем школу, и весь маркетинг полностью разложим по полочкам, чтобы было с ручечкой, с карандашиком. Будем рисовать, будем писать, и все мы это разберем. Часть из этого я вам сейчас расскажу и покажу. Самые такие вот актуальные, самые интересные. Итак, вы только зашли в круизный клуб, зарегистрировались на 295 долларов, и у вас появилась сразу первая возможность получать мгновенный бонус. Он действует в течение календарного месяца, с 1 числа по последнее число месяца. За первого партнера, приглашенного вами на 295 долларов, вы получаете 50 долларов не круизных, настоящих. За второго получаете 60 долларов, за третьего 70 долларов, за четвертого получаете 80 долларов и так далее. За десятого партнера вы получаете 150 долларов. И вот эти деньги, и если будут 11, 12, 15, 20, ради бога, за каждого последующего по 150 долларов. И вот эти мгновенные бонусы, они приходят в течение, положено по регламенту в течение суток, но они обычно приходят через час, через два, ну максимум через три часа. И вы можете их сразу выводить. Ведь большинство людям хочется, если он зашел, вложил, то... тут же вернуть эти деньги обратно, правда? Вот можно тут же заработать и эти денежки тут же вывести. Со следующего месяца у вас начнется новый отсчет. За первого приглашенного вы также будете получать 50, 60 и так далее. Это мгновенный бонус. Он так называется, мгновенный. Получается мгновенно у вас на кошельке. Добавлены у нас... еженедельные матчинг-бонусы. Это очень хороший стимул, очень хороший заработок. Почему по понедельникам теперь у нас у всех говорят прекрасное настроение? Потому что мы можем получить еженедельные матчинг-бонусы, которые выплачиваются по понедельникам. В течение недели с трех Москвы воскресенье, с воскресенья на понедельник и заканчивается также, вы можете... работать, приглашать. Работать вы будете со своей первой линией. И как только вы наберете 5 баллов, 5 баллов, что такое 5 баллов? Если ваши партнеры вашей первой линии пригласили члена клуба, за это вы получите 1 балл. Если пригласили партнера, просто партнера, за это вы получите еще 1 балл. И если пригласили, например, двух членов партнеров, двух VIP-партнеров. Вы за каждого из VIP-партнеров получите по 2 балла. Итого у вас уже будет 6 баллов. А минимальный размер баллов должен быть 5. Значит, вы получите те же самые деньги, что получили ваши партнеры за бонус «Быстрый старт». В данном случае мы посчитали член клуба, партнер, вы ничего за это не получаете, и два VIP-партнера, 50 и 60 пригласил человек. Они получат 110 долларов, вы также получаете 110 долларов. Но это же, я рассказала про одного человека. А у вас в первой линии может быть 5, 10, 20, 30 человек. И вот эти все баллы с вашей первой линии складываются. И сколько заработали... а по быстрому старту ваши партнеры, столько же вы получаете сами в понедельник. Так что в понедельник у нас теперь день зарплаты тоже. Будем получать еще, уже получаем, в этот понедельник уже получали матчинг-бонусы.
Ну, а тут вообще вот приведен пример. Если ваша команда получила в общей сложности первой линии $1500, то, значит, и вы получите $1500 в понедельник. Желаю вам всем такого результата. Вот такой у нас вкусный добавился матчинг-бонус. Так, следующий вид бонуса – это ежедневный пассивный доход. Сейчас у нас такие правила, что как только вы вышли на бесплатное членство, и один под вами партнер тоже вышел на бесплатное членство, у вас открывается эта квалификация. Вы можете получать с первой линии со своей по $5 с каждого человека вашей команды. Если, в общем-то, этот бонус сейчас у нас действует, он будет выплачиваться вам до 20 уровней вниз. Как только у вас добавился второй член, бесплатник ваш, да, вышло на бесплатное членство, у вас открывается вторая линия. И так далее. Чем больше у вас ваших партнеров будут на бесплатном членстве, тем больше линий в глубину у вас будет открыто. И когда, конечно, у вас будет уже 15 человек на бесплатном членстве, у вас будет в глубину просчитываться, вам приносить доход, вот этот денежный дождь, долларовый, пятерочный, он будет к вам прилетать моментально. Эти деньги тоже выводятся моментально. У тех, кто вышел на лидерские ранги, автоматически им выплачивается сразу с двух уровней по $5 с команды. Далее им тоже нужно работать и открывать себе еще следующие уровни. Вот таким вот, это, конечно, в итоге получается, ну, очень много, большая сумма, она выливается не только в сотни, в десятки тысяч долларов, вот это выливается. Очень хороший такой пассивный доход, командный, именно командный. И, конечно, наша первая цель любого человека. Майкл Хатчетсон вообще всегда говорит, я хочу, чтобы все были на бесплатном членстве, чтобы вы наслаждались жизнью, путешествовали бесплатно. Что такое бесплатное членство? Когда у вас под вами зарегистрировались 5 членов клуба или VIP-партнеров, или вперемешку все, только не партнеров, а именно те, кто проплачивает ежемесячный членский взнос по $100. Вы выходите на бесплатное членство. Вы знаете, как вот приятно все-таки получать вот такой вот сертификат, когда выходишь на бесплатное членство, и ты знаешь, что тебе больше платить не надо. Ежемесячный платеж $100, а тебе компания сама начисляет 200 круизных долларов ежемесячно. Очень приятно получать и знать, что твои круизы все бесплатные пожизненно, вы понимаете? Лишь бы у вас была эта пятерка. Но у нас, конечно, уже не пятерки у всех, уже больше людей, все, и компания разрастается, и все делается для того, чтобы мы подключали больше людей в первую линию, и вы никогда уже не слетите с этого бонуса, бесплатное членство. 2400 за год вы получите. Даже если у вас только один отпуск в году, вы где-то работаете, например, и 2400 вы за год накопили себе на бесплатном членстве, поверьте, вы можете съездить, ну, я не знаю, не только один человек, вдвоем на шикарнейшей каюте с балконом вы можете съездить со своей семьей. Кстати, вы можете взять своих детей и внуков. У нас есть круизные линии, которые предоставляют бесплатное путешествие для детей, там до 12 лет есть. В общем-то, это отдельный разговор. И вы на эти 2400, вы, конечно, прекрасно отдохнете, не платя больше себе ничего, пригласив всего лишь 5 человек. Что такое товарооборот вашей структуры? $500. Это вообще ни о чем. Круизные, второй стимул, бонус, это круизные доллары. Это сейчас у нас так. Ваш календарный месяц. Вот сегодня у нас 6 число. Вы, например, зашли 6 числа, и до следующего 6 числа следующего месяца это ваш календарный месяц. Если вы за это время пригласите 5 человек, членов клуба, не обязательно на 295, может быть, даже на $100, вы за это получите дополнительно 250 круизных долларов.
который вы можете использовать на спонсорские круизы, да? Вот это очень хорошо в течение месяца. Может быть, вы в течение месяца пригласите не 5 человек, а может быть, пригласите 10 человек. Тогда у вас будет уже, тогда у вас уже будет 2 раза по 250 круизных долларов. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей получали, потому что круизный доллар очень ценная валюта. И жалко, когда не хватает немножечко, да? Поэтому это сделано для того, чтобы все больше получали этих круизных долларов. И больше путешествовали. Больше, намного, ну, за 4 года нужно посмотреть, или за 5 лет нужно посмотреть весь мир. И вот у нас есть прекрасный стимул, старт, это новых партнеров. Это вот только для новичков. Только для новичков. Если в течение вашего месяца, как вы зарегистрировались, в вашей команде, у вас лично или в вашей команде будет 30 членов клуба за 30 дней, вам за это заплатят 1400 круизных долларов плюс еще 150 настоящих долларов. Вы еще кроме этого заработаете по быстрому старту, там вы заработаете еще матчинг-бонусы, что-то еще много заработаете. Но если вы за 30 дней станете, выйдете, получается, и вот именно в этом стимуле, да, если у нас на ранг выходить нужно учитывать, от каждой ветки должно быть на 40%, то здесь должно быть просто товарооборот команды 3000 долларов, да, и вы уже зарабатываете вот этот стимул, получаете 1400 круизных долларов плюс 150 долларов. Это вот только для новичков. Только те, кто только зашел. Это и называется старт новых партнеров. Ну, а теперь давайте поговорим о рангах достижений. Итак, первый ранг – это маркетинг-директор, когда в команде 30 членов партнеров, членов круизного клуба. Членов круизного клуба и товарооборот составляет 3000 долларов. Вы за это получаете... Выходите на ранг, и 1 числа вам за это будут платить 300 долларов наличными, и плюс по пятерочкам вы получите 150 долларов. У нас сейчас 7 рангов. 7 рангов. Было 8, теперь стало 7. И, конечно, вот сеньор маркетинг директор, следующий ранг, это когда в команде уже 100 человек. 100 человек не лично у вас, а в вашей команде. 100 человек. Вы получите тогда, конечно, бонус 1000 долларов. В общем-то, получается 10% от товарооборота. Главное дойти к этому рубежу. Не то, что там 98, и у вас уже там вроде бы уже получается. Нет, именно 100 человек, товарооборот 10 тысяч, и вы тогда получите бонус 1000 долларов. Ну, посчитайте сами, 1000 долларов, что это на наши деньги сейчас? 60, наверное, рублей, да, за доллар. Ну, это вообще очень хорошая зарплата получается. Региональный директор, когда в команде 250 человек. Вот когда, вы знаете, в прошлом году мы начинали вести презентации, я лично сама начинала вести презентации, и у нас казалось, что эти ранги где-то далеко-далеко-далеко, они недостижимы. На самом деле сейчас эти ранги уже очень многие освоены. Очень многие освоены. И я думаю, что в этом году... К концу, вот не в этом году, а на будущий год, я думаю, что так как у нас сейчас компания развивается, как снежный ком, то скоро можно и до ранга будет миллионеров дойти, честно. И я вам всем желаю стать миллионерами, дойти до этих рангов. Это все реально, это все по-настоящему. Представьте, какое счастье! Просто путешествовать, рассказывать об этом, рассказывать, снимать ролики, фотографироваться, все это выкладывать, рассказывать своим друзьям, знакомым, родственникам. И за это, ведь люди все равно захотят так же путешествовать, как вы. И за это потом еще получать деньги. Замечательный у нас просто бизнес, замечательный. Я вам всем желаю этих рангов в обязательном порядке достичь. Итак, когда мы получаем выплаты? Ежедневные мгновенные бонусы выплачиваются в течение 24 часов с момента оплаты партнера, так? Ежедневный пассивный доход, он моментально оплачивается. Как только кто-то из вашей команды оплатился, значит, он моментально у вас появляется на кошельке 5 долларов.
Еженедельные матчинг-бонусы. Выплата происходит в понедельник. Счастливый день у нас теперь понедельник. Ежемесячные лидерские бонусы выплачиваются 1 числа каждого месяца. Ну и глобальный маркет-бонус, как он теперь называется, у нас его еще никто не получает, но тоже получать будет в первый день месяца следующего, ну, за итоговым. Вот это вот, и куда мы все эти деньги все получаем? Выводим деньги мы на Pioneer, Pioneer карта, мы по-русски говорим, да, и E-Payments. Обе карты можно заказать у нас прямо в кабинете, пройти, вот сейчас мы на E-Payments, сейчас мы проходили все верификацию. Если раньше можно было без верификации, сейчас только пройти верификацию, она делается 4, ну, 3-4 дня, у кого-то может быть неделя, да? И вот с e-payments можно выводить еще на платежные системы, но в основном люди все пользуются картами. Моментально. Это, вы знаете, вот только сделал заявочку в кабинет, вывести, выводишь в кабинет в свой или e-payments, или Pioneer, и тут же деньги уже на карте. Ну, доли секунды. Доли секунды. Чай, как Катерина Ройнс говорит, кофе не успела попить, и деньги у меня уже на карте. Правильно, так оно и есть. Поэтому очень хорошая придумана система, и обе надежные системы. И я, конечно, вас всех гостей приглашаю, призываю обязательно вступить в клуб как член и партнер, как VIP-партнер за $295. И первая цель обязательно не раскачиваться, не ждать чего-то, а сразу начинать работать. Обращаться к своему пригласителю, спонсору, вместе с ним работать, проводить разговоры на троих, как-то еще работать и выйти на бесплатное членство. И, конечно, дальше уже построить свою команду, получать лидерские бонусы, очень-очень вкусные, очень достойные. Инкрузес поменяла нашу жизнь всем. Я вам всем говорю, добро пожаловать в Инкрузес. Так, а теперь скажите мне, пожалуйста, если я хотела еще рассказать вам о декабрьском промоушене, есть желание послушать или мы будем закругляться уже? Напишите мне, пожалуйста, рассказывать про промоушен декабрьский. Да, нет? Кто-нибудь напишите мне? Да. Хорошо, Светлана, я вижу ваше «да». Так, Марину вижу, да, все замечательно. Итак, у нас в декабре новый промоушен, который заканчивается 20 декабря. Открылся он 1 и по 20. Именно он отпускной, да, рассказывать. Хорошо. Отпускной денежный стимул называется. Майкл Хатчесон, как и в прошлом году, перед Новым годом, перед Рождеством католическим, да, он нам тоже давал промоушен, где мы зарабатывали именно деньги наличные. И вот сейчас он нам сделал тоже такой же подарок, декабрьский промоушен, отпускной денежный стимул называется. Вот видите, Merry Christmas. Ну вот, вот поэтому в чем он заключается? Заработать... Ой, немножко слайды съехали, я извиняюсь. Шанс для всех заработать в этом месяце деньги до Рождества, чтобы вы потом успели купить рождественские подарки. Итак, требования какие? Есть два простых требования к квалификации. Первое, если вы зарегистрируете 10 партнеров, членов клуба, которые оплатят $295, до 20 декабря в вашу команду, И второе условие, из 10 хотя бы трое человек должны лично вами быть приглашены и зарегистрированы. Тогда вы встанете именно вот в эту табличку и будете претендовать. Запись, да, запись идет. Посмотрим, какая запись будет, но запись идет, да. Именно... Вот понимаете, в чем прелесть? Именно не ваша первая линия пригласит там, например, а именно ваша команда. 10 человек в вашей команде должны быть новых VIP-партнеров. Вторым условием, что вы лично сами должны пригласить как минимум 3 человека.
три человека на также VIP-партнеры на 295. Тогда вы выполнили два простых условия квалификации. И вы попадаете в этот список. Список у нас уже висит, но я извиняюсь, Ирочка нам сегодня загрузила сайт, слайд, он немножко съехавший. Список у нас уже висит, но он предварительный. 20 числа будет все подводиться, как только закроется, так это все будет подсчитываться и заново. Потому что кто-то пригласит, может быть, не трех, а может быть, 10 человек лично пригласить. И команда еще может пригласить 20 человек. И это скорость. Сегодня 6 число. А у нас он заканчивается 20 числа. За первое место будут выплачивать $1000. За второе место $950, за третье место $900, за четвертое 850. И вы видите, вот так вот разница в $50, итого 25 у нас мест, 25 мест, и за 25 место человек получит $100. Тянуть здесь резину нельзя. Я вам всем предлагаю взять такой реванш на 2 недели на этих. И в обязательном порядке начинать работать. Поработать для того, чтобы получить. Это же кроме того, что вы получите мгновенные матчинг-бонусы, там, командный бонус получите. Вы кроме этого получите просто, проснетесь утром 21 числа, и вы у себя на своем счету увидите, в кошельке увидите, что вам начислили ваш приз. К Новому году это очень актуально, никому не лишнее, это точно. И постарайтесь поэтому попасть вот в этот топ лидеров, победителей, постарайтесь. Очень хочется, чтобы было много народа с нашей русскоязычной команды, чтобы действительно люди заработали себе и радовались от того, что они могут себе это позволить, дополнительные какие-то подарки. Это не так трудно поработать со своей командой, чтобы они действительно, чтобы они тоже подключали людей, они зарабатывали, и вы все вместе выходите в победители, выходите в этот топ. Я вам всем это желаю, потому что это действительно очень хороший. Раз в году Майкл Хатчесон нам такое устраивает, в прошлом году и в этом году. Вот видите, ну тут написано, мы вознаградим вас, учитывая совместные личные и командные регистрации. И топ-рейтинг. Он будет подведен по следующему. Первое, это личный доход за месяц. И второе, это общее командное количество партнеров. Видите, там вот есть, я смотрела сегодня вот этот рейтинг, да, там есть... Кто-то, у кого-то в команде уже 10 человек прибавилось, а он лично одного пригласил. А кто-то, наоборот, пригласил уже лично трех, а в команде добавилось только с его тремя, добавилось всего лишь 4 человека. Поэтому вот сейчас это такое состязание, очень, очень хороший промоушен, который пробуждает всех действовать. И вот дальше следующее читаем. Вы появитесь в этом, в нашем списке топ-рейтинга, когда у вас появится один личный партнер-член клуба. И будете квалифицированы, когда у вас будет 10 VIP-партнеров в команде и 3 личных. Вот, пожалуйста, вот такой вот промоушен, очень вкусный, очень, ну, такой захватывающий, интересный. Всегда получать премии, это как премия. Вот читать, давайте вот просто прочитаем, чтобы вы все уяснили. Все зачисления членов, партнеров клуба должны произойти с 1 декабря по 20 декабря. Это то, что входит для подсчета. Вы должны подписать, еще раз повторяю, 3 личных членов партнера и 10 членов партнеров вашей команды до 20 декабря. Предварительная квалификация означает, что вы будете включены в окончательный рейтинг, чтобы определить лучших 25 лидеров. В случае совпадений, вот это интересно, да? Рейтинг подсчета решается следующим образом. Первое – это личный доход за месяц, личный. А второе уже, на втором месте уже будет стоять общее командное количество партнеров.
И еще вот тут последнее, вот как раз говорит, если в течение месяца до подсчета у вас кто-то попросил возврат, то вы выпадаете из этого рынка. Ну, вот, как по правилам, имеет же человек право в течение первого месяца попросить деньги свои обратно, и он не хочет больше участвовать в нашем круизном клубе, да? И если возврат средств произошел, то вы исключаетесь из этого рейтинга. Поэтому хорошо проговаривайте, разговаривайте со своими вновь подключенными людьми, чтобы возвратов у вас, конечно, не было. Вот такой вот вопрос, скажите, есть вот именно по этому промоушену? Так, мгновенный бонус. Если месяц 31 день, то с 1 по 30 мгновенно. Не поняла, Владимир. Мгновенные бонусы. Если месяц 31 день, то с 1 по 31 платят по 150 долларов. Подождите, по 150 долларов начинают платить с 10 человека. Мгновенные бонусы. С первого человека платят 50, за первого человека 50, за второго 60, за третьего 70 и так далее. За 10 и последующих платят по 150 долларов. Конечно, календарный месяц, он есть календарный месяц. Если в нем 30 дней, значит с 1 по 30. Если в нем 31 день, то с 1 по 31. Я ответила на ваш вопрос, Владимир? Еще вопросы какие-то есть, вот именно по промоушену? Да, спасибо большое, Владимир. Итак, в общем, хороший у нас, конечно, промоушен на декабрь. Спасибо Майклу, что он его придумал. Приятно получать будут деньги. Так, если вопросов нет, тогда я закругляюсь. Могу вам еще раз поставить всем ролики, которые вам очень понравились. Если вопросы есть, задавайте. А вообще, новичков я сейчас прямо сразу... Самый лучший бизнес у нас, да, это точно, Лолита, это самый лучший бизнес. Он приносит радость людям. Радость людям. И кроме того, еще приносит доходы. И счастье всех, кто побывает в круизе. Я вас прямо вот всем настоятельно рекомендую. В обязательном порядке езжайте в круизы. Потом вы уже никогда не бросите наш круизный клуб, а будете выбирать и мечтать о следующем круизе. Если вопросов нет, новичкам рекомендую обратиться к своим спонсорам, пригласителям, кто именно вас пригласил на эту презентацию. Задавайте им вопросы. Проходите регистрации, оплачивайте, исключайте работу, мы будем счастливы с вами встретиться на круизах, где-то на спонсорских круизах, на каких-то мероприятиях, которые у нас проводятся по всему миру теперь уже. Всего вам доброго, я вас всех люблю. Пока-пока. Запись я останавливаю и говорю вам всем до свидания.